Всем привет! Приехал на дачу. Показываю искусство своего брата. Он сделал вот такой маленький прицепчик. Вы уже на моем канале его видели. Многим он понравился. Вот хочу быстренько рассказать про него. Делался он для вот такого культиватора. Культиватор Викинг. Можно сказать, детский, для ребенка, чтобы ребенок возил грунт на нем. Если ребенку не подойдет, может будет продаваться. Посмотрим. Так, колеса у нас от скутера, от самого мелкого. Также там тормоза. Один тормоз, да. Ну, этого достаточно будет. Кузов снимается в бок. Отсюда такое крепление. Не крепление, а как она, защелка. Чтобы кузов не сдвигался. Все, дальше он никуда не денется. Никаких защелок, чтобы кузов держался, ничего нет. Чисто под своим весом никуда он не денется. Сейчас быстренько по размерам пробежимся. Давай, Андрей. Длина. Ну да, вот так примерно. 1,45 м. По осям. По центрам или 5? Ну да, так по центру. 70. 70? Да. 70. Кузовок, давай. Низ. 60 на 40. 60 на 40. А высота? 30. Высота 30. А сиденье? Че сиденье? Сколько? 50 на 25. Спинка? 25. А 20 на 50. 20 на 50. Конструктор делал все размеры в голове. Ну давай попробуй заведи и посмотрим, как он едет. Он едет плохо вообще, потому что сейчас снег. Сцепление с дорогой никакое. Колески. Быстрее. Все, глуши. Ну, что, не везет. Ребенка не везет. Так что зима это все показывает. Мотоблоку трудно. Ладно, полное испытание. Весной. Да, весной. Прокатимся. Племянника посажу за руль. В кузовок загрузим грунта. И что у нас получится из этого. Ладно, всем спасибо и до свидания.